Аўтамабільныя дарогі рэспубліканскага значэння на тэрыторыі Магілёўскай вобласці да зімы гатовыя. Пра гэта паведамілі на прадпрыемстве «Аўтадар» і адзначылі, што падрыхтавалі ўсё неабходнае, каб на аўтамагістралях не было экстрыму. На сетцы республиканских дорог Могилевской области працуют свои особливые дорожные лучи, которые позволяют сошить за станом дорожного покрытия и изменений умов надворья. У нас насчитывается по Могилевской области 10 дорожно-измерительных станций, а также 15 видеокамер в режиме реального времени и 5 камер, которые передают фотокартинку за данным периодом времени. Дорожно-вымиральные станции сочат за надворьем, вызначают на керунок ветру, дают информацию про стан дорожного покрытия, температуру, максимальное изъявление туману и гололедицы. Данные передаются на экран, и оперативно мы можем реагировать на изменения погодных условий. В основном это в зимний период времени, и оперативно принимать решения на ликвидацию зимней скользкости дорожного покрытия, которое возникает. До зимы дорожники нарыхтывали 65 тысяч тонн супрацьгалалёдного материалу, 600 тонн сумесяў для ликвидации ямок, якія могут узникнуть. На предприемстве отзначили, что система видеоназирания будет развиваться и надалей, как на магистралях, якія існуюць, так и на трассах, якія будуются. Павел Савицкий, Сергей Крапяков, Виталь Вобсев, Новини регион.